Да, мы эколята, друзья и защитники природы. Я веселая и общительная елочка. Как вы уже поняли, я очень люблю природу, особенно лес и деревья. В гости к детям из летнего лагеря на базе 17-й Одинцовской школы пришли эколята, сказочные герои, защитники природы. Любовь к своей планете здесь прививают ребятам с младших классов. Так педагоги учат детей бережному отношению к окружающему миру. Занятия на тему экологии проводят регулярно. В рамках любых мероприятий мы стараемся включить вот этот вот момент, момент экологии, потому что на данном этапе нашей жизни это очень важно, актуально. Нам важно научить детей любить природу, чтобы они понимали, как можно ее защитить, как можно беречь природу. Акцию провели в игровом формате. Праздник начался с веселого флешмоба, благо погода позволяла. Дети веселились и с удовольствием повторяли танцевальные движения за эколятами. Младшеклассники, несмотря на свой юный возраст, уже серьезно относятся к экологии и стараются заботиться об окружающей среде. Я очень люблю нашу планету за то, что на ней есть всякая живая природа, то, что на ней есть деревья, на то, что там можно собирать грибы. Всем понятно, что такое Земля, потому что это наша жизнь, это наша планета. Если бы ее не было, то мы бы все не существовали бы на Земле и вообще бы никого бы не появилось. Надо ухаживать за деревьями, ухаживать за животными. Ухаживать за птицами. Не нужно рвать цветы, не надо мусор выкидывать на дорогу. И не надо загрязнять пруды. После игры разминки все дружно отправились рисовать на асфальте. В рамках просветительской акции «Рисуем зеленый мир и экологию» ребятам предстояло нарисовать то, с чем у них ассоциируется планета Земля. Площадку подготовили заранее. На школьном дворе цветными мелками уже была изображена огромная планета. Дети творчески подошли к заданию. И на планете появились дома и леса, реки, озера, животные и цветы. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».